Медитация благодарности. Услышь мой голос, как голос Вселенной. Закрывай глаза, сделай глубокий вдох и глубокий выдох. Ты находишься под защитой наставника своей души и всех световых цивилизаций. Почувствуй себя, свое дыхание, свое тело. Как удивительно и прекрасно, что ты можешь чувствовать. Это чудо. Это ежедневное чудо твоей жизни. Что ты просыпаешься каждый день, рождаясь новым или новой. Это действительно очень здорово. И я благодарю свою жизнь за то, что я каждый день просыпаюсь, чувствую, испытываю эмоции. Вижу родных людей. Вау, у меня есть родные люди. У меня есть я. И я благодарю за то, что у меня есть возможность каждый день еще больше познавать себя. Еще больше раскрывать свои возможности. Делиться этим с миром. Я благодарю за то, что я живу. За то, что я чувствую дуновение ветра, за то, что я могу ощущать дождь. Я чувствую себя живым или живой. Это чудо, когда я иду и вижу птиц. Я слышу, как они поют. Я благодарю за чудо, когда мое сердце чувствует. Когда оно бьется, когда я ощущаю любовь к этому миру, к этим людям, или просто любовь. Она просто есть во мне, и я благодарю за это. Я благодарю за каждую возможность, которую мне дарит этот день. Я благодарю за сознание, за то, что я сам или сама являюсь создателем этой реальности. Я благодарю за осознанность, за то, что только я выбираю чувства и мысли. Я благодарю за то, что я осознаю безграничность своего сознания. Я благодарю за то, что я осознаю, что я свободен или свободна априори. И это моя природа, которая не зависит ни от чего. Я благодарю всех близких мне людей, наставников моей души. Я благодарю природу. Я благодарю за мое увлечение и за то, что каждый момент я могу чувствовать себя еще счастливее. А теперь вспомни самый приятный момент в своей жизни. Что это за момент? Что в нем ощущала или ощущал? Вспомни и поблагодари его. И почувствуй, как в твоем сердце начинает просто растекаться тепло. Я благодарю за то, что мое сердце умеет так любить и чувствовать. Я благодарю за то, что у меня есть сердце и есть чувство. Я благодарю Бога за сотворчество. Я благодарю за то, что моя интуиция всегда активно
и я ее ясно слышу. Ощути сейчас, как тепло в твоем сердце расширяется. Представь, как золотая и медовая энергия выходит за пределы твоего тела. Это энергия благодарности. Я благодарю за то, что каждый день я просто дышу и проживаю это чудо. Чудо момента. Я благодарю каждое мгновение в моей жизни. Ощути, как энергия начинает пульсировать, и она просто расширяется и становится уже шире пространства, в котором ты находишься. Становится шире здание. Эта энергия благодарности становится уже больше города, страны или континента. Почувствую, как эта энергия, она обнимает весь земной шар и выходит за его пределы. Почувствую, как в этой энергии, в этой вибрации, на этой частоте ты соединяешься с энергией самого источника. Твой внутренний источник и абсолют вибрируют на одной и той же частоте. Ощути, как со вздохом ты принимаешь энергию, а с выдохом пропускаешь через себя в мир и благодаришь. Вдох, выдох. Ощути эту постоянную циркуляцию жизни в тебе. Ты и есть жизнь. Ты и есть любовь. Ты и есть благодарность. Я благодарю за то, что ты есть. С тобой был Олег Никифоренко.